Гвен сейчас трудно. Питер, я убил ее отца. Вы никого не убили. Это ящер. Хотел бы я тебе верить. Лишь бы Гвен поверила. Давайте мы начнем уже заниматься тем, чем мы занимаемся лучше всего. Мочи всех. Проверь гардероб, если хочешь присоединиться к веселью, можно личную шляпу. Что? Шляпу? Какую шляпу? А, я не могу нормально ходить, мне можно... О, а за что мне дали этот костюм? Ну, это клёвый костюм, только он немного... Ну, вообще-то, ладно. Не знаю, за что же мне его дали, но, наверное, за то, что я... скачал игру из интернета. Сыграть уровень заново 0%. Как я умудрился пройти его на 0%? Может быть, 100% все-таки? Ладно, пойдем отсюда. Как мне выйти? Ну, окно. Выйдем в окно. Город. Питер, подожди. Что это? Ах да, я над этим работал как раз перед событиями. Я называю их жучки-паучки. По идее, если я прицеплю такого на полицейскую антенну, то смогу слушать все разговоры. По идее? Ну, я пока их толком не опробовал, но ведь лучше поздно, чем никогда. Я мог бы это сделать по дороге в архивы Оскорб. Жучки-паучки. Так, посмотрим историю про горячую штучку. Видели новости. А это Лич, она уже писала, что я горячая штучка. Она пишет про Оскорб. Ну вот. Придется снять еще раз. Что снять еще раз? Сажать, посмотреть. О, приходит сигнал. Ловим антенны. Чтобы получить координаты, надо соединить все три. Окей, как хорошо. Нужно быстро. Костюмчик клевый. Смотрите на мой пресс. На эти 6 кубиков. Так. Эй! Так, я не могу быстро туда долететь. Не чудо. Ю-ху! Еще одна антенна. Только не падай вниз, продолжай лететь. Продолжай лететь! Нет! Почему он подошел? Он должен лететь. Он плавно должен передвигаться между всем этим. Они падают каждый раз, как кусок с картошкой. Кусок, да. Картошка, да, именно. То, что я хотел сказать. Можно поиграть там в баскетбол. Баскетбол. Нет, это теннисный корт. А где баскетбол? О, тут есть комикс. Комикс, где ты? Так, да, я все, я правильно к ней лечу. Надо подписаться. Подписаться на что? Куда, где, что? Бежим. Неправильная камера. Так, я нашел антенну. Это славно. А ты что ты говоришь? Еще не выполнено. Горячая линия паука. Чем могу вам помочь? А, это у меня впервые, но... 22, идет нападение, отбой. Прорвался. Повторяю, огромные носороги... Везде кулаки. На крышу парковки. Везде кулаки. Выдвигаюсь на место. Носорог? Это кажется интересным. Носорог-то, ну да. Эй, носорог, ты где? Я уже лечу к тебе. О, я перепрыгнул через эту машину. Были люди в этих машинах. Науки неизвестны. Я тебя ведь сверху донь. Я и не упустил, да. Получи паутинкой! Получи паутинкой! Тебе недостаточно паутины. Ты хочешь еще больше неуместных шуток, но держи. А, он порвал паутину. Вау! Держи паутинку.
должен он врезаться в какую-то машину. Я так понимаю. Так. Так, все нормально, все нормально. Успокойся, все будет хорошо. Я же запретил тебе совать голову в бурконы. Плохой носорог, плохой. Он пытается комментировать больше, чем я, похоже. Он меня не догонит! Нет, он меня догнал. Как он это сделал? Так, ладно. Он врезался, да, он врезался. Все, повязали говнюка. Сейчас будет какая-то драка. Нет. Сколько же я нанес урона городу? О, он исчез. Как он? Как? Он знает кунг-фу? Как он так быстро исчез? Он Бэтмен? Птички. Так. Что надо нам еще предлагать сделать? У нас есть способности, видимо, новые. Нет, у нас нету. Зачем тогда нам говорили проверить? Кто эта машина? Какая это машина? Что она... Пью-пью-пью-пью-пью-пью, давай. Так. Ничего нового, тут нету никаких новых... данных, ничего нету. Карта, ну, окей, давайте посмотрим, что там. Что на кулаке нарисовано? Конечно, очень ленивые сделали эти стекла. Даже прототайп их сделали лучше, честно говоря. Хотя студия одна и та же, поэтому. Так, я слышу где-то комикс, но не вижу его. А, вот он. Эй, комикс, я нашел тебя. Готово. Облака! Я летаю в облаках, и значит мне не за что зацепиться, но все-таки. Это наверняка. У-ху! Опять я слышу комикс. Ну ладно, не будем останавливаться на каждом комиксе, потому что я чувствую, все равно это бессмысленные поиски. Так. Где же где? А вот и миссия. Так, что тут происходит? Эй, привет. Нет, нет, нет. Добром за добром. Да ты просто атлет. Шелли спасен. Спас мне жизнь. Спасибо. Главное, что ты все-таки жив. Не раскисай. Не раскисай. Че как? Я могу тебе. Я хочу себя измутусить. Мне кажется, ты мимо. Нет, теперь ты да. Теперь лучше, да, гораздо лучше. Личная фотография. Если бы все так фотографировали Спайдермена, то тогда бы Питера Паркера не было бы работы. Где тут комикс? Это я возьму. Окей. Я их в упор не вижу, если честно. Так, нет, там нету комикса. Где же комикс? Там на вершине партии билдинга есть комикс. У-ху! Эп. Посмотри на это. Я взял комикс, ты посмотри на это. Теперь разобьемся нафиг. Нет, нифига. Почему я не могу ничего не мутусить? Как это работает? Можно бегать по улицам каким-то непонятным образом. Эй. Кто мне не рассказал про эту механику? Я знаю, что они задумали. Они
они не знают, что их ждет. Что? Чем вообще говорит постоянно наш персонаж? Большую часть времени он несет какой-то обуду. Я знаю, что тут нужно фотографировать какие-то... Ой, черт, была страничка комиксов. Какие-то знаки Спайдермена есть, которые нужно фотографировать. Годится в альбомчик. Но я еще ни один не видел, и я не знаю, как работает моя камера, поэтому... А потом полетим вниз. Почему такая торжественная музыка? Сейчас ничего не происходит. Чёртова машина у меня за окном. Так, окей. Эй! Мы снова пробираемся внутрь. Почему Человек-паук не еще на свободе? Уже началась, в смысле, эпидемия ящера. Что за чушь? Все знают, конаться... Так, глава-полит просто возьму больничный. А, я тоже тебя плохо чувствую. Тут чем-то пахнет. А где история с девушкой, которая не девушка? Я горячая штучка, вот она. Так. Я хочу, чтобы вы с этого транспорта ни на минуту глаз не спускали, ясно? Сами видите, девочки, это вам не обычный мусор. Сам доктор Смайт дал инструкции, чтобы он отправился прямиком в топку при любых условиях. Этот урод Человек-паук еще на свободе, так что смотрите в оба, в каждую щель загляните. Все, поехали. Я не собираюсь его освободить. Эй. Потише будь. Нас устелс. Столько народу, чтобы охранять коробку. Надеюсь, это не просто так. Воскорб Тауэрс что-то творит. Вот что творится. Вы все лежите. Я испытываю на вас коронное движение. Давайте, вставайте, я еще с вами подерусь. А если ты пожмешь кулаки? Так. Так, отлично. На. Так, отлично. Можно взаимодействовать, но уже поздно. Тут нечего делать, да, тут нечего делать. Хотя я, кажется, слышал комиксы. Я всегда слушаю комиксы. У меня, наверное, болезнь какая-то. Я и должен его вырубить, а тихо, нет? Эй, привет. Пацаны, а у вас у кого-то есть автоматы? Или что-то? Кто сказал, ну хватит? Так. Когда почему-то мне сложно продолжать что-либо говорить, пока я всех мутушу. Но мне нравится, боевка тут довольно приятная. Жаль посмотреть. Что, зачем мне на это смотреть? Это открыл проход! И ящик развалился на пару, еще меньше ящиков. Всего лишь на пару, да. Пойдем внутрь и узнаем, что же тут. Как я люблю вентиляцию. Почему? Нет? Это был сарказм? Не звучало? Как сарказм? Эй. Что же там внутри? Трястись над какими-то ящиками. Это коробки человека, который чуть весь город не уничтожил. Думаю, тут все непросто. Они что, не могли позвать уборщицу, чтобы выкинула? Ты меня слышал? Не знаю, что там, но она нас запросто на куски разнесет. Расслабься. Расслаблюсь, не бойся. Когда этой дряни не будет. Ну, понять прототайп. Закинь наверх старой кучи. Это все должно быть уничтожено. Опять охрана. Этот главный, два на стреме, парочка возится с грузом. Ха, а этот что делает? Снимает корпоративный календарь для Оскорб? Я думаю, она горячая штучка просто. Давай шевелись. Горячая штучка. Постой-ка, папарацци. Я тебя не знаю. Я должен их остановить, пока они не уничтожили работу Коннорса. Да.
и посмотреть на попу горячей штучки. А как мне сюда отсюда выйти? Окей.